Привет, друзья! Вы на канале Device. В этом видео вы увидите, как накатать микросхемы. Начнем мы из памяти, потом перейдем к сложнейшему, это накатка процессора. Для этого нам понадобится паяльная паста, трафарет, сама микросхема, ну и принадлежности для чистки, на маски пасты, на трафарет. Так, сперва залудим нашу флешку. Внесем немного флюса. Нужно обязательно, чтобы залудились все контакты. После этого немного флешка остынет. Очистим. Много зависит от расходного материала, то есть от паяльной пасты. Скажу сразу, у меня это не самое лучшее, но я еще в процессе подбираю, буду смотреть. Флюс хороший должен быть. Так, примеряем нашу память к трафарету. И прикрепляем скотчем. Вернее, сначала память клеим на скотч. Все, выдавливаем немного пасты. Придавливая пинцетом, наносим. Добавим немножко. У меня стоит температура фена 280 градусов. Начинаем греть. Мы сейчас увидим, как паста встает на пятаки. Вот так клеим. Смотрим, что у нас в трафарете ничего не осталось. Бывает, что плохо залудили мы контакт на память, и наш шарик остается здесь в трафарете. Если он один и там, или два, чтобы не перекатывать всю микросхему, взяли отсюда, вынули шарик, поставили сюда, еще раз прогрели. В любом случае прогреть еще раз надо. Да, нанесем немного флюса. Не забываем
также чистить трафарета, потому что он засоряется, и потом плохо будет накатывать. Наша память остыла, очистим ее от плюса. Нигде не могу сфокусировать. Я прикреплю к видео фото, и вы увидите, что у нас получилось. Хорошо ее очищаем. Возьмем совсем другой тип памяти. Так, сначала очистим ее. Теперь нанесем немного флюса. Заводим все контакты. Нужно очистить все от флюса. Обязательно очищаем, потому что когда мы ставим на трафарет, этот флюс, который здесь оставался, вылазит в наш трафарет, и тогда плохо накатывается в наша паста. Очень важно, чтобы трафарет был очень чист. Также наносим БГ-пасту. Вот тот случай, когда я говорил, берем осторожно канцелярским ножом, легким движением, у нас память выпадает. В отверстиях не осталось у нас шариков. Значит, они у нас все здесь, на памяти. Еще раз давайте нанесем немного флюсу.
Очищаем трафарет. Очищаем память. Видим, у нас накатана память, фото я прикреплю в конце видео. Как говорят, от простого к сложному. Мы накатали память, сейчас мы будем пробовать накатывать процессор. Клеим на скотч. Выставляем в трафарете. Наносим пасту. Видим, что трафарет у нас чистый, значит, скорее всего, все шары накатались. В конце я сделаю фото. Так, давайте немного нанесем флюсу. Распределим по всей микросхеме. Согреем, чтобы шары стали на свои места. Все, подождем, чтобы микросхема остыла, очистим ее и тогда посмотрим. Чистим микросхему. Также не забываем чистить трафарет. Если там остается много флюса, бывает, я не могу очистить. Я беру сильный напор воды с крана. Обычные моющие средства, и тогда оно выбивает все из этого трафарета. Сейчас на экранах вы увидите, что у нас получилось. Если это видео вам понравилось и было вам полезным,
подписывайтесь на канал. Всем спасибо, до свидания.